Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусные пончики, эксклюзивные, в виде круассанов. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Уж очень они получаются пышные, нежные и вкусные. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне! Сначала приготовим тесто, 300 мл теплого молока, либо теплой воды. Вы можете приготовить тесто либо на молоке, либо на воде. Но на молоке более пончики получаются вкусные, нежные. Щепотку соли, 60 грамм сахара. Я мои дрожжи проверять не буду, я в них уверена. Сюда же добавляю 8 грамм сухих дрожжей. Если у вас свежие прессованные, в 3 раза больше, где-то 20-24 грамма. Добавляю цедру одного лимона, либо апельсина можно. Немного ванильного сахара, где-то 3 грамма. И сюда же одно яйцо, и желток, и белок вместе. Все смешиваем. Все хорошо смешали. Муки я отвесила 500 грамм. Но, конечно же, всю сразу ее не добавляем. Добавляем с осторожностью. Муку буду просеивать. Мука у меня белая, пшеничная, высшего сорта. Я обычно для такой выпечки использую муку Макфу. Мне очень нравится. Муку желательно обязательно просеивать. Немного муки я оставила на подпыл. И сейчас будем замешивать тесто. Хорошо вымешанное тесто дает очень красивую, вкусную выпечку. Поэтому хотя бы минут 10 нужно вымешивать тесто. Точное количество ингредиентов под видео в описании, в инфобоксе обязательно укажу. И сейчас я муку высыпаю на рабочую поверхность. Буду выкладывать тесто и вымешивать его. Еще будем добавлять сливочное масло. Муку я использовала всю. Нам нужно, чтобы у нас тесто оставалось мягким, но держало форму, не текло. Минут 5 вымешиваем. Сейчас клейковина муки начнет раскрываться, и тесто будет становиться более эластичным, более красивым. Из этого теста вы можете готовить не только пончики во фритюре, но и в духовке. Выпекать в виде круассан, в виде булочек. И вот сейчас мы тесто немножко распластываем и добавляем сливочное масло. Сливочное масло у меня размягченное, 82% жирности, 90 грамм. И сейчас нам нужно хорошо это масло втереть в тесто, чтобы масса у нас стала однородной. Сначала у вас сейчас тесто начнет делиться на отдельные кусочки. Пусть это вас не пугает, просто продолжайте месить. Вот посмотрите, тесто уже собирается в один комочек. Оно будет отлипать от рук. И сейчас буквально в конце замеса немного растительного масла на шпатель. Собираем все со стола. И подкатываем в шар. Тесто великолепное. Муки больше не понадобится нам. Добавлять не будем, чтобы выпечка была изумительная. У меня на канале очень много изделий из дрожжевого теста, из сдобного теста. Много национальной кухни. Заходите, мои дорогие, в плейлисты, смотрите. Я думаю, найдете рецепты для вас подходящие. На руки тоже немного растительного масла. И вот так подкатываем шар. Посмотрите, какое тесто у нас получилось. Какое оно нежное. А также на канале моей дочери Лидия Sweets, сладкий канал, как она его называет, очень много проверенных рецептов. Вкусной выпечки, оригинальной выпечки. Я оставлю ссылку в инфобоксе. Заходите, мои дорогие. Я думаю, вам очень понравится. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Я вам буду очень признательна. Тесто готово. В емкость немного растительного масла
и определяем сюда тесто. Вот так немного его обмакиваем, так чтобы оно оставалось у нас вот таким влажным, красивым. Все готово. Накрываем пленкой, либо крышкой. И дадим расстояться нашему тесту 1,5 часа. Немного растительного масла на руки. И делаем обминку. Посмотрите, какое тесто. Вот так его собираем. Для лучшей ферментации. Чтобы готовые изделия у нас были внутри пористые, красивые, воздушные. Накрываем пленкой и еще дадим минут 30 расстояться. Посмотрите, какое у нас тесто. На рабочую поверхность немного подпыляем мукой. Много муки не надо, так как мы будем жарить во фритюре. Распределяем в прямоугольный пласт. Сверху тоже немного подпылим мукой. Нам нужны размеры где-то 25 на 55. Не сильно тонкое, чтобы тесто было, но и не толстое. Итак, у нас получается 56 сантиметров на 29. Края отрезаю. Не сильно широкие, чтобы слишком сильно большие не получились у нас. Сильно не придавливаем. Вот так, слегка. Тесто очень податливое. У нас еще они будут растаиваться. Накрываем пленочкой, чтобы у нас была зона роста. И дадим еще минут 40 расстояться. Великолепно расстоялись. Посмотрите, какие они воздушные. Идем обжаривать. Наливаем масло растительное. Сейчас у нас огонь выше среднего. Масло должно хорошо разогреться. Огонь определили ниже среднего. И сейчас отправляем сюда наши булочки. Прожариваем с каждой стороны до золотистого цвета и переворачиваем. Выкладываем на бумажное полотенце. И сейчас мы их будем обсыпать сахаром. Можно в сахар добавить немного корицы, и они будут очень и красивые, и вкусные, и ароматные. Посмотрите, какая красота. Именно нужно хорошо прожарить, чтобы была корочка хрустящая. Сразу приобретает такой красивый праздничный вид. Посмотрите, как хрустит. Красота. И все остальные круассанчики вот таким же образом мы нужно нам подсахарить. Их нужно обваливать именно тогда, когда они горячие. Тогда они получаются бархатные, и сахар максимально пристает к ним. Итак, дорогие друзья, пончики получились на славу. Очень вкусные, ароматные и пышные. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту.
Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Отдельная благодарность за ваше участие в наших соцсетях. Для нас большая мотивация ваша подписка, комментарии и лайки. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока!